Всем привет! На этом видео будем ставить два шальтера и одну штык-дозу. Не пугайтесь на провода. Много проводов. Не знаю, что к чему поедется. Подсоединяется. Но нам всего надо для подсоединения, для шальтера всего. Вот световой кабель. И здесь световой. Два. И плюс еще один. Это штром. Электрический коробок. Все эти провода между собой клеймятся. Тут вот земля. Четыре. Проволочки берем 5 клемму сразу, 5-дырчатую провода закладываем. Остается у нас синий. Это 0. 0 тоже между собой клеем. Так вот его берем и клеим. Тоже прячем дальше туда. Остается у нас фаза. Фазу тоже клеим. Потому что три проволочки надо будет делать фельдбиндинг. Потому что в шальтер идут только два гнезда для двух дратов. Или для одного хватает. Значит, надо отсюда взять еще сюда кабель провести. Для фазы берем коричневый кабель. Вставляем. Тоже закладываем. Вот так вот приготовим. Всего два кабеля. А на вид много. Так что не надо бояться, все это прячется. Фазы вставляем сюда, по диагонали ставим лампу, свет, световой кабель. Все, шальтер готов, выключатель. Берем другой, готовим. То же самое. Берем сначала землю клеем. Суем в клемму. Суем в клеммы. Все это убираем теперь. Чтоб не мешалось. Берем пятерку клем. Тоже клеем 0. Теперь все это закладываем. Убираем туда подальше. Чтоб не торчало ничего, не мешалось. Все. Осталось только штурмовой кабель. И лампа. Кабель штурм. Тоже три не идет, надо делать фельдбиндинг. Опять берем коричневый провод. Ставим шальтер на место, соединяем красную по диагонали лампу. Так выглядит. Все прячем.
Ставится штык-доза. Штык-доза. Это розетка по-русски. Ставим розетку на место. Тут у нас все нормально. Фаза. Два отверстия для фазы. Два отверстия для земли. И два отверстия для нуля. Все, у нас проводки все идут, снизу подходит, сверху штром идет. Везде все есть. Вот так правильно. Все. Вот таким макаром идем выключатель. И штык-дозу. Розетку. Все, всем пока. Подписывайтесь. До новых видео.